Ракушки рядом с домом номер 14 по улице Сосновой появились 10 лет назад. Сначала их было всего три – официально зарегистрированных и надлежащим образом оформленных. Однако затем число это стало быстро расти, и в конце концов ряд укрытий буквально уперся в сосновую рощу – любимое место отдыха местных жителей. Произошел классический самозахват городской земли. Мои окна выходят сюда. И было очень больно, что вот здесь все счищали. Тут были посадки, маленькие деревья. Было очень больно. Мы все выходили, на нас ругались. Наши соседи, алкоголики. Потому что они уже все. Деградация нам сплошная. Посмотрите, что наделали, насыпали. Все засыпали, всю лужайку. И сами окна выходят сюда. Терпение жильцов лопнуло в тот момент, когда под новые ракушки были срыты десятки метров газона, а земля сдвинута бульдозером прямо в рощу. Очевидно, следующим шагом могла бы стать самовольная вырубка деревьев. Местные жители обратились в свою управляющую компанию и городскую администрацию. Было принято решение убрать незаконно установленные пеналы. Согласно закону Московской области 249, значит, по наведению чистоты и порядка в городе Одинцово и во всей Московской области, значит, сейчас совместными усилиями вместе с «Автостоп», значит, идет эвакуация незаконно установленных гаражей и ракушек в районе Сосновой 14. Я надеюсь, что обращение к жильцам, так кто смотрит, значит, просто это предупреждение, что прежде чем поставить ракушку, так нужно подумать, а законно ли она установлена. Некоторые не ставят ракушки, некоторые ставят, вешают цепи, ставят там всякие ограждающие устройства. Конечно, это будет тоже все сниматься, срезаться и убираться. Ну, естественно, и тоже будут привлекаться люди и штрафоваться. Сегодня городская администрация активно решает проблему нехватки парковочных мест. Новые парковки формируются после консультации с местными жителями. Возможно, и на этом месте скоро появится официальная парковка, сделанная, естественно, не в ущерб городскому ландшафту. Да, у нас есть уже такой опыт, образовался то, что и силами жителей, и совместными жителями все это происходит, все это как бы на всех уровнях согласовываем, и все замечательно получается, люди очень довольны. Если вы стали свидетелем незаконной установки ракушек, сообщайте об этом в городскую администрацию, коммунальные службы или своему участковому. Потому что без помощи самих граждан отслеживать и ликвидировать подобные самозахваты непросто. Петр Горохов, Дмитрий Цибулевский, телекомпания «Одинцово».